В Бресте появился исторический троллейбус-музей. Проект посвятили году культурной столицы, статус которой город над Бугом получил в этом году. Идея принадлежит троллейбусному парку и областному краеведческому музею. В салоне около 30 старых репродукций и фото города в разные эпохи. Предусмотрен и аудиогид, так что пассажиры во время поездки совершат экскурсию. Чтобы пустить музей на колесах по маршруту, в троллейбусном парке капитально отремонтировали машину 99-го года. Раз мы культурная столица, пусть все знают, какой у нас древний город. Потому что у нас и гости, мы, в общем-то, рассчитываем не только на горожан, а на приезжих. И главная концепция этой выставки – то, что здесь представлены архитектурные, исторические, культурные памятники, которые есть в нашем городе. Троллейбус будет курсировать по разным городским маршрутам. Таким образом, на необычные экскурсии сможет побывать большинство жителей и гостей Бреста.